пока что поиграю в Counter-Strike. Мама сейчас не придет. Вы же знаете мое лицо. А если не знаете, просто посмотрите видео про то, как я ломаю спагетти. Важен именно цвет глаз, а не само лицо. Все, загрузилось. Вот. И сделаю вот эти вещи. Там махач сейчас будет происходить. Ладно, он запросил о помощи. На меня все нацелились. Первый же раунд. Так, можно переключаться между ботами. Неудобно. Ха! Дабл килл! Но еще и проиграл. Я буду снайпером. Если по мне будут стрелять автоматом, то это конец. Это ничья! Он же все еще живой. О. Спасибо. Вот как настоящий снайпер действует. Я как-то и Болотова бросил. Да, Молотов пьет такой коктейль. Я серьезно. Ну осторожно, он очень горячий. И из-за этого вы можете изрыгать огонь, как дракон. А! Там полнейший бахач происходит. О! Вот тебе. One fella left. Наверное, он где-то здесь. А нет, если он... А нет, это просто мне показалось. Status. All clear. Иллюзия. Это иллюзия.
так, так. Ах, вот ты где! Вы видели вообще, как я действовал? Остаюсь с тем же пулеметом с прицелом. Потому что я люблю. Я люблю с высоты смотреть. У меня 15 жизней осталось. 49, точнее. Ты кто? Кто тут лазит по вентиляциям? А! Дай! Я больше... Но это просто нечестно доставать. Так. Так, дымовую гранату. Я с высоты. Ты тут смотрю. Вы под все под контролем. Когда я смотрю с высоты и понимаю, что скоро я буду мертв. Я не знаю, к чему это идет, но я буду мертв. Кто ты такой? Контроль завалить его. Все, пора выходить. Я и так уже хорошо выиграл. Я выиграл, выиграл, выиграл. Е! Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих. От нашего настроя на луч. Несколько секунд. Когда уже 12 да, часов будет? Давайте. Рано еще. Почему? Всем с Новым годом! С Новым годом! Ура. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, дорогие мои подписчики!